2 ноября в онлайн-формате состоялся межрегиональный диалог «Янтай-Казань-2020» в рамках Китайско-Российского года научно-технических инноваций с участием Казанского университета. Главная цель мероприятия – создание платформы для взаимопонимания и общения между университетами, научными институтами и предприятиями в период пандемии. В ходе мероприятия Казанский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Янтайским университетом. Вот Янтайский университет, они сами выразили желание, видя вот это вот успешное сотрудничество Казанского университета с университетами Китая, они захотели стать вот этой вот большой семьей сотрудничества, и вот мы сегодня подписали меморандум о намерениях. Это означает, что мы сейчас будем искать точки соприкосновения интересов с этим университетом. Также в рамках мероприятия прошел круглый стол по теме «Перспективы инновационного и делового сотрудничества», на котором состоялась презентация Казанского университета, его возможности и перспективы в различных направлениях. Безусловно, для Китая очень большое значение имеет то, что Владимир Ильич Ленин здесь учился, что такие фигуры, как Толстой, учился. Помимо этого, мы, безусловно, скажем, что у нас великая наука, что, значит, Казанский университет по рейтингу QS является университетом 5+, это очень высокий ранг значимости университета в образовательном и научном пространстве. Вот, собственно, покажем, что наш университет является одним из ведущих вузов России. Напомним, что Казанский университет сотрудничает со многими китайскими вузами. В общей сложности 38 партнеров. У нас обучается сейчас 1404 китайских студента. Это самая большая цифра среди, значит, студентов дальнего зарубежья. Но самое показательное, я считаю, что это сотрудничество в области науки и новейших технологий. Это около 500 совместных публикаций за последние 4 года. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.